Самарская область продолжает находиться в зоне внимания руководителей федеральных ведомств и организаций. С рабочим визитом в регион прибыли министр экономического развития Максим Орешкин и президент деловой России Алексей Репик. В пятизвездочном отеле «Лотте» гости провели бизнес-встречу с местными предпринимателями, в том числе входящими в региональное отделение деловой России. Обсуждались проблемные вопросы, которые требуют решения на общероссийском уровне. Например, поддержка несырьевых экспортеров и подготовка кадров. Как отметил Алексей Репик, в Самарской области давняя успешная традиция предпринимательской активности. Самарская область очень живая, очень дышащая с точки зрения предпринимательской среды и культуры. Здесь есть понятный и отстроенный диалог. И, наверное, новое руководство области очень хорошо понимает то, что сильный регион – это сильный бизнес региона, и сильный, но при этом диверсифицированный, потому что любая зависимость от одного, двух, трех предприятий или от одного, двух, трех секторов, будь то нефтехимия, оборонка или машиностроение, к сожалению, при волатильности нашей экономики могут поставить субъект Российской Федерации в тяжелую экономическую ситуацию. Алексей Репик подчеркнул, для обеспечения качества жизни граждан нужно развивать предпринимательство органично, что и делают в Самарском регионе. Гости также высоко оценили потенциал отеля «Лотте» как площадки для проведения бизнес-конференций не только регионального, но и федерального уровня.